Здоровое сердце – залог полноценной жизни, а для этого нужно не так уж и много. Просто отказаться от вредных привычек, больше двигаться и включить в свое меню особенные продукты, которые наверняка найдутся и на вашей кухне. Овсяная каша на завтрак – блюдо полезное во всех отношениях. Овес содержит клетчатку, которая нормализует уровень холестерина в крови. Клетчатка – помощник в борьбе с лишним весом, а значит, уменьшает нагрузку на сердце. Всего 150 граммов овсяной каши на завтрак, и сердце будет работать как часы. В топе продуктов для сердца – льняное масло. И это абсолютно заслуженно, потому что льняное масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Здесь и стеариновая, и линолевая, и олеиновая кислоты. Благодаря им можно очистить сосуды. Эти кислоты снижают уровень холестерина в крови. Но есть одно правило в употреблении льняного масла. Его нельзя подвергать тепловой обработке, то есть жарить на нем не стоит. Лучше добавлять уже в готовые салаты и каши. Помочь сердцу может и заморский фрукт. Авокадо ускоряет усваивание важных для сердца элементов – калия, магния, железа, витаминов группы В и ликопина. Его активные вещества препятствуют развитию атеросклероза. Половина свежего авокадо в день и прилив силы и энергии вам гарантирован. В меню для сердца обязательно нужно включить продукты, богатые калием и магнием. И к таким относятся бобовые, в частности, красная фасоль. Кроме этих полезных микроэлементов, фасоль содержит еще много железа, фолиевой кислоты и флавоноидов. Такой коктейль укрепляет стенки сосудов и делает их эластичными. Если к красной фасоли добавить шпинат, эффект усилится. Активные вещества в составе шпината понижают уровень гомоцистеина в организме. Эта вредная аминокислота разрушает внутренние стенки артерий, таким образом повышает риск сердечных болезней. Особенно полезен шпинат для тех, кто страдает от повышенного давления. Помочь своему сердцу можно с помощью продуктов, которые содержат омега-3 жирные кислоты. И к таким как раз относится морская рыба, например, семга, сардины, скумбрия. Эти омега-3 жирные кислоты препятствуют появлению вредного жира в организме. К тому же полезные вещества, которые содержатся в рыбе, они способствуют очищению крови и препятствуют появлению тромбов.